Всем привет! Сегодня у нас такой незапланированный выпуск по замене тормозных колодок с электроручником. Вчера случайно выяснилось, что не все люди знают, как менять такие колодки и обращаются за этим к дилеру. Сейчас мы вам покажем, как без дилерского оборудования заменить колодочки с электроручником. Значит, нам понадобится обычный аккумулятор, кусочек провода, набор для сдавливания поршней. Супер! Ну, вот у нас фрилендер с электроручником, здесь две клеммы, соответственно, при смене полярности поршень либо выдавливается, либо вдавливается. Вот, сейчас мы подберем полярность. То есть сейчас у нас поршень выходит, значит, нам нужно поменять полярность для того, чтобы вдавить этот поршень обратно. Сейчас у нас шток крутится, но поршень не уходит, так его держит тормозная жидкость, и нам надо будет его вдавить. Причем его не надо будет при этом вкручивать, как на обычном механическом ручнике. Достаточно будет просто вдавливать его вовнутрь. Вот. Когда у нас шток закончит вкручиваться, цилиндр сделает поворот в обратную сторону. Все. Шток у нас крутился. Теперь берем наше приспособление. И вдавливаем наш поршенечек уже как на обычном суппорте. Итак, поршень мы вдавили, далее мы почистим посадочные места под колодки, заменим тормозные колодки, все это соберем, оденем обратно фишку. Когда заведем, пару раз с ним поставим на ручник, система сама отработает и... И все будет.